ловить именной поезд бывшего Ладога, который вышел недавно, где-то 2 недели назад на нашу Серпуховскую Тимирязевскую линию. Так вот, я сейчас еду на станцию Менделеевская его ловить. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и у меня для вас очень важная информация. Сегодня у друга Хайка, думаю, его еще не, все еще не забыли, потому что у меня есть видео с ним, где я играю в его мини-игру с его подписчиками и даже с ним. У его друга Гёмы сегодня день рождения. Поздравьте его в комментариях. Ссылочку на Хайка и на Гёму я оставлю в описании. Также голосуйте за их скин Supercell ID. Капитанская бочка... Вольт. Да. Короче, скин капитанская бочка Вольт делали Хайка и Гёма вместе. Ссылочку на голосование за скин я тоже оставлю в описании. Ну что, мы начинаем. А перед тем, как начать этот видеоролик, я хотел бы вам рассказать одну очень важную информацию. 28 февраля 2023 года Мосметро нам подготовил один небольшой подарочек. И это, внимание, замыкание большой кольцевой линии. И да, ребята, большую кольцевую линию уже замкнули. Ее планировали открыть для пассажиров 22 февраля, но планы изменились, и открытие перенесли на 28 февраля. После открытия БКЛ станет самым большим кольцом во всем мире. И да, ребята, БКЛ после замыкания и начала эксплуатации с пассажирами будет содержать 31 станцию, из них 7 островных, 24 береговые в основном. Это береговые платформы, островных немного, я их насчитал 7 штук. Если я что-то не так сказал, то, пожалуйста, поправьте меня в комментариях. Итак, дальше. Протяженность БКЛ будет составлять целых 70 километров. То есть, если ехать со скоростью 70 километров в час без остановок, то можно проехать всю БКЛ за 1 час. И БКЛ будет содержать 3 электродепо. Из них это Замоскворецкое, я там не помню какое, но я предполагаю, что это Новаторское. Если я что-то не так сказал, то я вам говорю, поправьте, пожалуйста, меня в комментариях. И Аминьевское. Их уже обслуживают составы и также будут обслуживать после открытия. Ну что, ребята, те, кто сейчас в Москве, у вас есть шанс 28 февраля, то есть во вторник, то есть через 2 дня. Ой, я уже много раз говорю, то есть, ну ладно. Короче, если вы сейчас в Москве, я повторяю, вы можете 28 февраля во вторник, то есть через 2 дня, поехать на БКЛ и посмотреть, как там катаются поезда с пассажирами. Я поеду снимать БКЛ на следующих выходных, если это, конечно, будет факт. Ну что, ребята, а мы переходим к видеоролику. Да здравствует большая кольцевая линия! Ребята, пока мы ждали наш именной поезд бывшего Ладога, мы решили сходить на... Короче, ребята, мы решили сходить на станцию Савеловская БКЛ. И мы словили именной поезд БКЛ! Офигеть! Вот, смотрите. Ничего мне напоминает? Это же БКЛ. Интересно, он сейчас по кольцу поедет на Марину Рощу испытания или нет? Интересно знать. О. Так. Офигеть, я сам этого не ожидал. Увидел два сердца столицы и надпись БКЛ. Я охренел, честно. Но в канале, где отслеживаются поезда, этого поезда БКЛ не было. А он по кольцу поехал. Ну что, увидимся. Кстати, ссылочку на канал со слежками поездами я оставлю в описании. Обязательно подписывайтесь и ловите. Ну, повезло так повезло. Сейчас поехал на Цветной бульвар ловить бывшую Ладогу дальше. Решил на Цветной бульвар. И словил именной поезд «Россия в объективе». Вот. Это я уже второй раз как на него сажусь.
Ну, повезло так повезло, фортануло. Наш сфоткал. Опять же. Ой. Менты. Будем ловить. Ну, короче, ребята, у меня для вас хорошие новости. Бывшая Ладога снова отслеживается. И ехать этой бывшей Ладоге до станции Цветной бульвар где-то примерно 20 минут. Я выяснил, почему этот поезд не отслеживался. Потому что он полчаса простоял в тупике со станции бульвар Дмитрия Донского. Так что мы его сейчас ждем на Цветном бульваре, и когда уже будет прибывать, подъезжать, я включу камеру. Дорогие друзья, это прикол. Снимаю вам схему, потому что больше снимать мне, в принципе, нечего. Короче, этот именной поезд «Бывшая Ладога» оказалась обычной обоей. Это просто один вагон, как 2-2-2. То есть в нем, как удивительно, нету никакого раскраса. Ни в салоне, ни внутри. Так что вот я вам рассказал про неудачные съемки «Бывшей Ладоги». Короче, если вы собираетесь ловить «Бывшую Ладогу», то не ловите ее, потому что это один неперекрашенный вагон. Что, а мы сейчас едем домой, вот мы уже прибываем на Алтуфьево, и сейчас будем выходить. Ну и ничего страшного, что бывшая Ладога оказалась без обклейки. Расклеенная Ладога из Питера. Давайте лучше вместо бывшей Ладоги я вам покажу свои архивные видео, которые тоже есть на моем YouTube-канале. Это поезд «Союз мультфильм 85 лет». Их я снимал где-то в 2021 году. Не помню. Напишите в комментариях, если вы знаете. Приятного просмотра. Кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это были так называемые неудачные съемки именного поезда «Бывшая Ладога». Но зато мы с вами хотя бы словили БКЛ и Россия в объективе. До следующих выходных я вам не обещаю, но, скорее всего, я поеду снимать новый участок БКЛ, который откроют 28 февраля. Я уже говорил. Ну что, ребята... Все ссылочки будут в описании. Ссылочку на мой Discord-сервер, на мой телеграм-канал, на Donation Alerts, на канал Хайка, на канал Геомы и на голосование скина. Поздравьте обязательно Геому еще раз в комментариях. Ну что, всем пока-пока, увидимся в следующие выходные.